период с января по ноябрь 2022 года Азербайджан посетили почти 1 460 000 туристов. Это более чем вдвое превышает прошлогодний показатель, говорится в статистике Государственного агентства по туризму. Только за прошлый месяц в страну приехало 135 000 иностранных гостей. Это на 54% превышает данные за ноябрь 2021 года, когда республику посетили 86 000 туристов. Большая часть гостей – это граждане России, откуда в ноябре текущего года прибыло почти 41 000 человек. И Турция. Число приезжих из этой страны приближается к 27 000. Также Азербайджан для поездок выбирали чаще всего граждане Ирана, Грузии, Индии, Пакистана и ряда арабских стран. Отметим, что ранее председатель Госагентства по туризму Азербайджана Фуат Нагиев заявил, что в 2026 году планируется привлечь в республику около 4 миллионов гостей из-за рубежа. Также к этому времени прогнозируется увеличение в Азербайджане общих туристических расходов до 11 миллиардов манатов. Статистические данные за январь-ноябрь показывают, что Азербайджан посетили почти 1 500 000 иностранных граждан. И если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, это значительный рост. Причем наблюдаем это при закрытых сухопутных границах. Это показатель восстановления туристического рынка на 55-60%. В целом рынок туризма по всему миру восстанавливается примерно на 70%. При сохранении стабильности показатели приблизятся к данным за 2019 год.